Взятки? Взятки? Вы брали взятки. И что? Как что? Я не знаю, что. Рассказывайте, зачем брали, как брали, мотивы. Похоже, это от вас требуется. Вам? Номинально мне, но по сути вряд ли. Видите ли, это довольно сложно объяснить. Да вы не волнуйтесь, я только с виду туповат. И потом на то вы и профессор. Вот и растолкуйте. Понимаете, жизнь это сложная штука. И я не вижу, не видел возможности ее изменить. Это такой сложный клубок взглядов, мотивов, действий, немотивированных действий, много еще чего, случайностей в том числе. Есть система, в которой люди учатся, получают знания, сдают экзамены, после чего либо покидают вуз, либо продолжают учиться. На мне система не заканчивается, не зацикливается. Если я принципиально откажусь брать взятки, то студент найдет другого преподавателя и сдаст ему. Я не знаю, за взятку, не за взятку, сдал. По сути, взятка тоже мотивирующее действие. И выгодное. Да, скрывать не стану. Был красный момент, но я не вижу тут зла. Как вам объяснить? Гаишник берет взятку. По-вашему, это плохо? Смотря кому. Гаишнику нет. А водили, да. Водили тоже хорошо, иначе бы он ее не давал. Взятки – это упрощенное наказание. Но это все равно наказание. Если водитель нарушил, был наказан, то тут системной проблемы никакой нет. Это проблема совсем другой системы, системы сбора штрафов. Ой, хитер, профессор. То есть, если я обобрал грабителя, то это нормальное дело? А вас уже допрашивали? Пока нет. Но вот думаю, как себя позиционировать. Это не совсем то же, это несколько другой пример. Почему же? По сути, я караю преступника. А то, что я сам преступник, это уже дефект другой системы. Нет, вы воруете. Если вы воруете, то вы воруете не для того, чтобы наказать преступника, а для того, чтобы хорошо и беззаботно жить. Это совсем другой пример. Ай, молодца, молодца. А вы, значит, взятки брали исключительно для наказания негодяев. Здорово. Так вот я вам скажу, профессор, иногда воровство гораздо честнее и лучше вашей правды. Вор, по крайней мере, не строит из себя этакую цацу, несущий миру правду. Конечно, не несет. Потому что он вор. Вор есть вор. А я, несмотря на ваши сомнительные тезисы, профессор. Я учил людей и научил тех, которые хотели учиться. А те, кто пошел в институт, чтобы не пойти в армию, это не моя вина. Не я виноват в том, что студент часто профнепригоден, непригоден для обучения, не обучаем. Не я выстраивал систему взяток, откатов. Не я уничтожил уважение к людям труда и вывел в абсолют уважение к высшему образованию, к ученым степеням, званиям. Не я заставляю каждого дурака, который занимает большую должность, бежать и покупать диплом доктора наук или кандидата. Зачем? Скажите мне, зачем? Солидность нагуливает. Солидность нагуливает. То есть, как ни глянь, профессор, умный и ни при чем. Выходит так. Ну хорошо, допустим, вы поставили зачет какому-нибудь экономисту, и он не принес большого вреда своим незнаниям. Но если вы или такой, как вы, поставили зачет какому-нибудь врачу, педиатру, и он, пользуясь этим дипломом, убил пару детей, не являетесь ли вы соучастником? Я не учил врачей. Да я вам пример привожу. Не имеет значения, кого учили. Допустим, вы учили физика, и он в силу своей необразованности устроил техногенную катастрофу, понимаете? Чернобыль. Вы соучастник? Да почему я-то? Ему все равно поставят тройку. Конечно, поставят. Но и отвечать будет тот, кто поставил. Вы не ставили, с вас и спроса нет. И потом. Это странная логика. Ну, все умирают так или иначе. Но убийство... смертный грех. Вы передергиваете. Нисколечко. И все же я вижу ситуацию иначе. Ясно.